Ура! Мама купила клубнику, вкусную сладкую клубнику. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Миша, что это у тебя в тарелке? Можно я тоже попробую? Ну, конечно, Оля, ты же моя младшая сестричка. Держи, это клубника. Очень вкусная и сладкая ягода. Я знаю, ты ее еще никогда не пробовала. На, ты можешь съесть все эти ягодки, а я пойду возьму себе еще. Сейчас попробую клубнику. Ням-ням-ням-ням-ням. Съем еще одну ягодку. Еще одну. Сестричка, мама сказала забрать у тебя клубнику. Забрать? Почему? Я уже все съела. Ой-ой-ой-ой, что же с тобой произошло? Нужно срочно звать маму. Мама, мамочка, скорей. У Оли на лице и на ручках появилось много красных пятнышек. Что? Ты не успел забрать у нее клубнику? Ай-яй-яй-яй-яй, а я ведь подозревала, что это может случиться. Оленька, похоже, у тебя аллергия. Нам нужно срочно собираться к врачу. Надевай-ка свою шапочку, носочки и садись в свое детское кресло. Миша, с тобой посидит няня, а я с Олей в больницу. Хорошо, мама, не волнуйся, я буду тебя ждать. Вот мы и приехали. Ложись на кушетку. Сейчас придет доктор. Здравствуйте, здравствуйте. Ой, а кто это у нас тут такой с красными пятнышками? Рассказывайте, что у вас случилось? Малышка съела слишком много клубники. Похоже, у нее аллергия. Посмотрите, пятнышки даже на ручках. Доктор, ей можно чем-то помочь? Я думаю, что да. Нужно ввести противоаллерген и поставить малышке капельницу. Вначале противоаллерген. Открывай-ка свой ротик. Все в порядке. Это не горькая микстура. Теперь нужно поставить капельницу, чтобы аллергия быстрее прошла. Ну-ка, давай сюда свою ручку. Все в порядке, малышка. Мама рядом. Нужно еще совсем чуть-чуть подождать. Тогда твоя аллергия быстрее пройдет. Мне кажется, уже достаточно. Капельницу можно снимать. Ой, доктор, смотрите, мне кажется, все стало проходить. Видите, высыпания сами начинают отставать. Огромное спасибо за вашу помощь. Даже не знала, что малышке можно так быстро помочь. Ну что, котенок, теперь ты в полном порядке. Поехали домой. Вот так сегодня у Оли появилась аллергия от клубники. Таким малышам, как она, клубники много нельзя. Понравилось видео? Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал и смотрите наши другие мультики. Пока! Ну что, малышка, пойдем. Там тебя ждет твой братик Миша.